Приветствую, Владимир. Записываю тебе благодарственный отзыв за проведенную работу. Хочу сказать, что я в каком-то примерно новом состоянии. Я бы даже сказал, но хорошо забытое старое состояние. Мое детское, приятное, свободное. Я честно скажу, что не ожидал, что вообще вот так все это произойдет. И нахожусь в каком-то состоянии потока. Не знаю, как это назвать еще. В общем, обратился я с проблемой того, что у меня саботаж, прокрастинация. Сопротивление к тому, что нужно мне делать, и постоянно какое-то ебланство в сторону какой-то херни или уходит. И никак вообще не двигаюсь. Такой был запрос. Собственно, Владимир сработал просто как мастер высшего пилотажа. Я ощутил это, и просто нет слов, одни эмоции. Я уже в процессе сеанса был готов отдать $1 000 000 за то, что происходило там. Ну, я буду должен в любом случае. Это даже никак не обсуждается. Очень много проблем мы решили, которые затрагивались в процессе. Изменения пошли очень сильные по телу. У меня, например, всю жизнь, все мое детство, левая лопатка торчала, сильно выпирала. Справа все нормально было, левая прям вот не держалась на месте. После она встала на место. Ну, смотрите сами, не чудо ли это. Вот так вот меняется тело, дух, разум. И это стоило того. Я уволился со своей нелюбимой работы, которая забирала у меня просто колоссальное количество энергии. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я пока что нахожусь в процессе трансформации и просто хочу сказать тебе большое спасибо, Владимир, что сделал это для меня, провел меня в этот опыт. Ну и желаю тебе больших успехов. Ты просто будешь великим мастером в этом деле. Несомненно, всем желаю удачи в своих трансформациях. Она непременно будет с вами.